И перейдем к спортивным новостям. Эстафета Олимпийского огня в области стартует уже на следующей неделе в Тюмени 11 декабря и в Тобольске 12. Телеканал «Тюменское время» будет вести прямую трансляцию этого события. Напомним, факел доверят нести нашим почетным землякам. Самым возрастным участником эстафеты встретился наш коллега Вячеслав Мартынов. Этого ветерана физкультурного движения попробуй тронь. В свои 68 он в великолепной физической форме. С утра до вечера преподает в 9-й школе физкультуру. А еще у него фамилия такая, что лучше не связываться. Тронь Валентин Андреевич. Школьники любят его предмет, и это продолжается всю учительскую карьеру. Мы постоянно в конце урока играем во что-нибудь. Либо в перестрелки, либо в баскетбол. Так, еще интересно очень. Он сам ведет. Ну, что вот у моих двоих друзей есть, знакомых. У них, вот, кого я знаю, нет ни такого хорошего физрука. Среди тех, кому Валентин Тронь дал физкультурную путевку в жизнь, тренер Евгений Маслов. Ветеран тюменского футбола, он играл последнего защитника, руководил обороной «Динамо» Газовика в высшей лиге и подчищал грехи партнеров. Уже то, что он помнит своего учителя, говорит о многом. Самое тяжелое, это, наверное, у него было, знаете как, когда ты не приходил на урок физкультуры без формы, как ни удивительно. Он отводил, у него был такой перед кабинетом залчик, не зачек, это где вот раздевалки, там есть коридорчик такой. И вот он выстраивал всех и приседания. Например, там, ну, сейчас не помню, это же дозировка, как сейчас говорится, да. Ну, например, там минут, секунд 30 приседаешь, пару минут отдыхаешь. Даже тренированный Маслов пару дней ходил после этого с трудом. Те, кто спортом не занимался, форму на физкультуру больше не забывали. Но никогда Валентин Андреевич никого не выделял, потому фамилии своих учеников он не знает, только по именам, чтобы заслуги родителей не отражались на детях. У меня был случай, когда праздник 1 сентября, папа привел мальчика, а папа в свое время в школе, ну, был не очень-то хорошим учеником, у нас с ним конфликт был постоянный. Говорит, Валентин Андреевич, вот я тебе, а он еще под этим делом, на веселе 1 сентября, вот я тебе привел своего. И у меня к нему такое же, к мальчику, негативное отношение, как к папе. А потом пошли уроки, а мальчик-то талантливый, не в папу. К зиме учитель физкультуры заливает каток, где все желающие бесплатно берут в прокат коньки. Каждый вечер после 10 часов он вновь выходит шлангом на корт. До дома добирается только в час ночи, а утром снова на работу. Мне 68. А вы не устали? Нет. А что вот вами ближе? Я знаю, что меня здесь ждут. В 9-й школе его ждут уже больше 40 лет. И для него здесь вся жизнь. Вячеслав Мартынов, Максим Плюхин, Сибутформбюро.